Святой Отец. О, Господи, помилуй. В прошлый раз выбирал, было 4 патрона. Так, что здесь? Куда здесь, Святой Отец? Проведите меня. Ведь поднимает всего на 30 хп аптечка. Нет, это смотрите-ка, это полностью подняло. Ладно, с этим уже полегче будет бороться. And was taken from us unexpectedly. The Lord awaits his flock with opened arms. And those such as Billy are awaited in the heavenly realm. Billy's dog. Billy was a good son, brother, and friend. We will all remember him in that light. Но был Билли, поэтому он сдох. And pray for his salvation. Billy. Since he did so much good. And now Billy's friend, who was with him during the last moments of his short life on this earth, would like to say a few words. Come, my son. Thank you, Father. You know, I wanted to pay my respects to Bill today and to tell him that I considered him as my own brother, and that his death was a great loss for me. Huh? What? I was present at his death. And how? That's the one! That's the bastard who killed Billy! Get him! Garlo! See you in hell. Rat. Don't move! Get down, father. Томас, ты такой нахер медленный дебил? Так, где мой там обрез дробовика? Иди сюда. Пока яйца тебе отстрелил. А! Больно же! Все ок. Так, у меня есть... Где моя спринтерская винтовка? Она там осталась. Are you fucking kidding? Погнали за ней. Минус один. Фак. Охереть, как больно. Серьезно? Фак. Я нельзя выкинуть так. Лучше мне загрузиться заново, потому что я что-то как-то налажал немножечко. Ну блин, я подумал, что винтовка сохранится, она взяла и закончилась. Я такой, ок. Это было неожиданно. Супер неожиданно. Именно это я хотел сделать. Минус. Ну здесь никак, здесь просто по двоих открываешься. А иди, выходи давай. Серьезно? Нет, он сдох. Фу. Охереть. Кто еще остался? О май гад, серьезно? Holy fuck. Ну это я не хотел делать, но получилось клево. Please.
Fuck. Вроде все. Уууу, расстрелял. Расстрелят, сделал все. Просто еще ему плюнуть в лицо и сделать тибэк. Осталось. И священнику натереть задницу. Ананасом. Это ты заорал, дебил. Слышь, иди поцелуй покойника. Ложись с ним в гроб. Он будет сыном и отцом, прикинь. I made a mistake somewhere. So many people have died without reason. They could have done much more with their lives. Father, these people were criminals, cheats, murderers. The one lying in the front wanted to rape my girl. Maybe God wanted it this way. A lot of people will have an easier life because of this. Yes, the Lord works in mysterious ways. But what about you? You can look yourself in the face? Your hands are stained with blood that you'll never wash off. I know that, Father. Look around you. Such a waste. We'll have to consecrate the church again. Everything is shot up. I can't let my parishioners in here. What am I going to do? Maybe this'll help? Приходите к мистеру Сальери, он поможет. О боже, эти грустненькие глазки, посмотрите. Окей, пойду сниму шлюху, хотя... Pray for my soul, Father. У святых отцов того времени могли быть шлюхи, насколько я знаю. Там по каким-то странным причинам. Your little speech about Billy. I'm wondering about your conscience. Billy wasn't such a good person, and he didn't do good when he was alive. Это еще не вся миссия, нихера себе. Только не говорите, что мне надо будет доехать еще до кучи. Просто вот если мне надо будет доехать, я даже не знаю, что еще сказать. О май гад, серьезно? Окей, поехали. А, это катафалк. О май гад, серьезно? А можно ехать? Thank you. Так, поехали-ка мы через мост, который нижний. О, фак, это будет сложно. А может быть и нет, меня же не знают. Точно. Меня знают только, как я выгляжу. Но ни на какой машине я еду. О, фак! Да пошли вы в жопу, серьезно. Я даже не знаю, что я сделал сейчас. Надо мне уходить или не надо мне уходить? Наверное, если бы коп меня не увидели, то было бы все проще. О, фак, впереди коп. Поэтому приторможу-ка я немножечко. Задний догонят, а вот спереди. Черт, нам надо разъехаться с ним будет сейчас. На первой же дороге. Срань лютая. Лютая срань. Ну, если здесь один коп едет, то по-любому второй не появится сзади. И сейчас такой коп... Ага! Сзади, знаете, из гроба выпрыгивает. Какой-нибудь хитман сраный. Так, окей, я, пожалуй, постою здесь. Потому что вон он, козел, встал. Ну и розыск, может, пройдет. Он направо, я налево. Пока. Ха-ха, обломался, да? Можно даже ограничение скорости снять. So hard. Да вы охерели, что ли, а? Просто на каждом шагу. Козлына. Превышение скорости. Я тороплюсь, может быть. Не видно, что ли? Подумаешь, центральный остров. Остров перемен просто. Так, давайте-ка поставим ограничение скорости и не поедем за копом. Хорошо, который впереди едет. Окей. Значит, никто не догоняет. Сейчас еще коп какой-нибудь прибежит. Такой, о, привет. Я в принципе, не удивлен, что меня увидели. Посмотрите, как я выгляжу потрясающе. Черт. Придется с такой камерой ездить, чтобы нормальная задняя камера была. Иначе она какая-то кривая, капец. Давай, розыск, проходи! Уходи! Розыск онлайн. Все, отлично. Я поворачиваю первым, иди нахер. Я мафиози. Слышь, ты к мистеру Сальери облади... О, фак. Коп, привет. А чё музыка такая эпичная играет? Я просто как бы даже ничего уже не делаю. Так, интересно, а если я проеду на красный свет, меня... Охереть. Рыли?
А, пошел ты в топку, коп, понятно? Езда на красный свет. Вообще охерели уже. Ну, постоял бы на красном свете и на красном свете светофора. И что? И что теперь? Если ты забьешь мою тачку, помни. Ох, ты нихера себе, там двое копов теперь. Помни, я дойду пешком. Я пешкодраника буду херачить до Сальери. Пожалуйста, не заставляй меня это делать. Искусственный интеллект, пожалуйста. Ты меня уже имел в гонке, хватит мне иметь еще раз. Ну, видимо, он напоимевшийся, в общем. Поимелость у него снизилась до минимума. Потому что я профессионал. Главное, чтобы никаких слогов в этом слове не потерялось. Сейчас скажут, что мне еще нужно стряхнуть копов, да? Так ведь, да? Так, мне нужно от них уехать. А может быть и нет, я не знаю. Отлично, я в розыске. Еще бы оторваться было бы прекрасно. Поедем-ка я по кварталам. И все из-за чего? Из-за какого-то превышения скорости. Фак, идите нахер. От них хер оторвешься. Превышение скорости, но ущерб. Иди нахер, судари. Я побежал. Сальери, спаси меня. Иначе всех перестреляем нахер. До свидания. До свидания. Жопоногие. Я ухожу. Пока, свинолицые. Может быть, я могу зайти в бар Сальери? Без палева, знаете, так. Пока копы меня не видят. Может, в принципе, сюда зайти, в подворотне подождать, пока они от меня отстанут. Знаете, как кретин сидеть. Пытаться там залипнуть за что-нибудь. Так, может быть, все? А, нет, можно было просто зайти, ну ладно. Кнопочкой не тыкается, приходится Enter нажимать. Кнопочкой мыши не тыкается. Приходится Enter нажимать вот здесь вот. Вообще. You must be joking, right? How could you get through this? Now it was really bad. Billy's pop, the councilman, wasn't very happy with us. And he was in bed with Morello's. Without the mafia's help, he wouldn't have got his seat. He also started to mobilize the police. So we now had both the mob and the police against us. Aw, come on. Hey, both sides benefited from it. The police could look good in the fight against crime, and at the same time get fat payoffs from Morello, who they left alone. And with the help of the police, Morello could eliminate his greatest competitor. An ideal situation. And things were going bad for us. Salieri lost a bundle, and I wasn't doing too good after all that killing. It started to seem that there was no point to anything. That I should enjoy everything as much as possible and quickly, while I still had the chance, when it's so easy to lose your life. Maybe that's why Paulie and me started drinking. You weren't falling apart, maybe. My life was just a trail of murders, crimes, and alcohol. If Frank hadn't helped me out, I would have ended up worse. It was weird. But suddenly he came to me and wanted to help. Could you give me a ride home, Tommy? Sure, Frank, get in. Что, мне опять его вести или просто катсцена будет? Yeah, going okay. Just... nothing. I heard you and Paulie are living it up. You two are getting pretty well known around town. Just something to do with the money. If you don't want to end up a wreck, find some meaning in your life. What?
You want to preach to me about a sense of life? I've seen a few good guys who couldn't deal with their problems, and they end up real bad. Usually somebody knocks you off for your money, or maybe you go nuts and all your buddies and pretty dames disappear. Anyway, the Don doesn't want drunks with trembling hands working for him. Those kind of people just bring problems. If you don't watch out, the next thing you know, your best friend kills you without blinking an eye. What should I do, then? Come on, be yourself. Maybe invest the dough in some kind of investment. I could give you a few tips. Give up the party and go to the races with the Don on Sundays. Try taking a dame to the theater or at least the movies. There's a lot of things you can do. And who should I take, Frank? A decent girl doesn't want a killer. You know, a policeman will murder to uphold the law. You enforce our laws. It's the same thing, we're just on the other side of the fence. You're not a murderer, Tom. But still, your wife mustn't interfere with your business. Remember, never take the job home, it just brings trouble. And where would I find a woman for me, Frank? I thought that you had something with Luigi's daughter, Sarah. I think she's a wonderful girl. But you alone know best how far it'll go with her. I'm not going to endanger somebody like Sarah, Frank.